добрый день. Сейчас вам покажу только детские. Такая вот курточка. Так, она идет на пуху. Такая бенетон. Она идет двухсторонняя. Так, размерчик не указан. Такая вот метровочка на 7-8 лет. Ножновичок даже, точнее. Такая курточка, имеется небольшие загрязнения. На синтепоне, размерчик у нее. Так, размерчик. На 10 лет. Такая курточка. Так. Она идет немного на синтепоне. Вот, внутри подкладкой. На 4 года. Такая курточка. Так. Так, на пуху похоже. Так. Ну нет. Так, кожа на пуху. Так. Размерчик. Так. На 8 лет. Капюшончик не отстегивается. Такая джинсовая куртка на молнии. ОС на 11-12 лет. Такой вот жилет на синтепоне. Достаточно тоненький на 8-9 лет. ОС. Такой вот плащ. Торжелок. Идет с подкладом. Теплым на 12 лет. Здесь небольшое загрязнение. На синтепоне. Так, 2XS, не указан возраст. Так, такая курточка на синтепоне, на возраст 7 лет. Состояние хорошее. Так, жилет. Такой вот на синтепоне, 8-9 лет, ОВС. Такая вот курточка на синтепоне, немного грязная. Это все удаляется. Так, 3XS, возраст не указан. Курточка удлиненная на синтепоне, капюшон отстегивается. Так, размерчик на 8 лет. Состояние хорошее. Так, вот такая курточка. Так, идет внутри такая. Так, на синтепоне на 2-3 года. Состояние хорошее. Так, такая ветровочка, дождевик. Так, она идет на 6 лет. Состояние хорошее. Она тоже ветровочка, тоненькая. Так, размерчик на 8 лет. Состояние хорошее. Так, такая курточка. Она идет на синтепоне, немного утеплена. Совсем. Так, размерчик. Так, на 10-11 лет. Состояние хорошее. Такая курточка на синтепоне. Так, присутствует язычок. H&M на 9-10 лет. Так, такая курточка немного на синтепоне. Она идет внутри. Так, размерчик. Так. Так, размерчик, к сожалению, не указан. Так. Такая вот ветровочка. Так,
на 10 лет. Очень маленькая, конечно, 10 лет. А вот курточка на смартфоне, капюшончик спрятан. Так, размерчик на 8 лет. Так, здесь небольшое загрязнение. Такая курточка. Так, она идет на пуху. Так, размерчик. Так, размерчик. На 7 лет. Капюшончик отсутствует. Вот джинсовая курточка такая утепленная. Так, размерчик на 13 лет. Состояние хорошее. Так, курточка на синтепоне, капюшончик отстегивается. Бинетон. Так, сейчас посмотрим размерчик. Так, на 3-4 года. Курточка. Так, она у нас идет. Так, это Зара на 2-3 года. Так, она на пуху. Так, капюшончик отстегивается. Так, такая курточка. Так, она идет на синтепоне, небольшое загрязнение. Так, на 8 лет. Так, такой жилет. Так, на синтепоне ОВС на 8-9 лет. Так, такая курточка на синтепоне. Так. Размерчик на 12 лет, капюшон отстегивается, но цвет у нее уже не совсем белый, состояние не очень. Так, такая курточка на синтепоне. Так, 130 рост. Чуть идет такая мягкая, капюшон отстегивается. Состояние хорошее. Курточка легкая, так, немного утеплена, просто вниз, так, просто плотной тканью, так, на 12-14 лет, состояние хорошее. Так, курточка на синтепоне, так, она, скорее всего, идет двухсторонняя, да, она идет двухсторонняя. Размерчик не указан, состояние хорошее, капюшон не отстегивается. Так, такая джинсовая курточка. Так, на 10 лет. Такая вот ветровочка. Так, это что у нас идет? Не знаю, что за устройство. Размерчик на 12 лет. К сожалению, не знаю, к чему лично здесь это устройство. Так, такая курточка джинсовая. Так, размерчик на 10 лет. Такая курточка на синтепоне. Скорее всего, двухсторонняя. Да, она идет двухсторонняя. Размерчик не указан. Такая курточка. Так, она идет на пуху. Что она стягивается. Так, размерчик. М-ка. Так, М-ка на какой возраст? На 9-10 лет. Так, такая джинсовая курточка. Так, на 12 лет. И вот такая курточка. Так. 2XS размерчик. Возраст не указан. Спасибо за внимание.